Здравствуйте всем. Сегодня у нас добрый день, всем добрый вечер. Сегодня у нас 23 марта 2022 года. Иду охотиться за крысой водяной. Вот она там плывет. Не знаю, видно ее или нет. Она плывет. А не знаю, я не вижу солнца. Все, она уплывает. Она меня испугалась и уплывает. А еще одна. Боже мой, тут целая. Еще одна. Сейчас я ее попробую снять, если она меня не испугается. Они меня боятся. Господи. Анкор, мон амур, анкор. Эль ми регарде и партир. Ага, вон. Гро-гра. Ну, это говорит крысы, которые не очень высокие, не очень высокие, не очень большие, не очень толстые. Они еще двух видов здесь бывают. Вот эта крыса говорит, которую вот сейчас я снимала, не знаю, видно было или нет. Эта крыса, она немножко поменьше ростом, ну, размером. И она говорит, может укусить очень больно, потому что, ну, больно, естественно, потому что она питается еще и мясом. Она не только питается, она может на собаку напасть. Такая, в общем-то, ну, немножко агрессивная. Вот. А другая крыса, которую я вчера показывала, норы, которая роет, она, эта крыса, питается только растениями. Чего-то я их сегодня здесь, на этих вот каналах, не вижу. О, он мне говорит, смотри, у Монамур, элеу, Монамур, элеу, элеу, Монбебе. А, он говорит, там было огромное крысище. И пока я бежала сюда, она куда-то убежала. А вот она там, ну ее, наверное, тут не видно будет. Она прячется вот за этими ветками, которые вот за этим деревом, она там прячется. Говорит, такая огромная сидела. Я как-то здесь уже ее снимала, но тогда они еще маленькие были. Вон уточка там. Ага, вон уточки. В уточке. Да-да, да, уи-уи. Hop, là où ils sont posés. Juste à gauche, on voit un gros rat. T'as vu où ils sont posés, regarde, on le voit là-bas. Un ragondin. Не видно отсюда. Но. C'est rare? Ben oui. Но это очень далеко. C'est très très loin. Очень далеко, господи, очень далеко там крысище, здоровое, как вот если ее там, не знаю, видно на другом берегу, прямо крысище. А? Анкор? Анкор, отр? А, нома-нома. А, вот она где, вот она тут за деревьями. Хвост такой длинный, противный. Не знаю, видно ее, сейчас я попробую ее увеличить. А, мое видео. А, да, regarde l'autre, un petit qui sort. Ah non, c'est un musqué. А, ну да. Tu les vois? Сейчас, мой намур, я же не peux pas. Вот. Вот здесь ее, может быть, видно, там хвост у нее торчит. Вот она. Хвост. А у муске, мой намур. А, рядом. Рядом еще одна крысища, вон. Ну, это поменьше будет, вот. За веточками ее видно. И вот там, ну там очень далеко, она как кошка сидит там, большая. В общем, я сегодня охотник на крыс. Самое смешное, когда мы сюда подъехали, здесь везде клетки стоят, потому что, видимо, их уже, ну как сказать, вот это, как муниципалитет, нашего этого вот региона, он их так много размножилось, что их стали садить, ну как не садить, а ловить в клетке, ну и убивать будут их. Их иногда отстреливают, потому что их становится много, они подкапывают, тут все везде подкапывают, портят как бы вот весь этот вид. И даже трактор, как мне сказал Жан-Люк, может поехать и провалиться в эти вот норы. А? Il y a des remous là, il y a un rat qui vient de sortir. Tu vas le voir monter quelque part en principe. Elle est où mon amour? Pour le moment il ne remonte pas, je croyais bien qu'il doit remonter. Говорит, надо здесь ждать ее. Она выйдет. Хотела еще снять этого ослика, но он там далеко. Один сегодня где-то лошадки я не видела.
увезли у него лошадку, он остался один, и его друга. Говорит, смотри, она выскочит отсюда. Ну, сколько тут смотреть, не знаю, надо. Атансион Манамур там... Манамур, Атансион, Ригард. Вот. Велосипедист едет. Сегодня, конечно, у нас сегодня 21 градус. Вот такая вот уже природа. Все уже вон листочки везде, цветочки. Ну, мы на других каналах сегодня уже тоже здесь была я. Опоссум. Уже насыпаем. Ра, они боятся нас. Мы здесь ходим, они нас боятся. Ну ладно, если я еще увижу какую-нибудь крысищу, обязательно ее сниму. Вот. То мы тут. Вон пошла. Пошла она к себе. Не знаю, видно ее, не видно. Она уже вон свою нору пошла. Не знаю, ее уже, наверное, не видно. Я пока тут камеру настраивала, она уже у меня куда-то делась. В общем, увидела я большую крысу. Говорит, скорее, скорее снимай ее. Она спряталась вот там за деревьями. Она спряталась. Громаднейшая, просто громадная, как райку. Вот за деревьями там прячется тоже. Наверное, я на нее смотрю, она на меня смотрит. В общем, не видно уже. Вот солнышко опять садится у нас. Куда-то лошадка делась. Тут была лошадка, сейчас ее больше нет. Вот ослик, он... Ослик остался здесь. Стоит себе такой один ослик. Одинокий. Лошадка, мы не знаем, куда делась. Даже понятия не имеем, где она. Угу. А вот ослик я уж так на близкой камере снимаю, потому что... Не знаю, видно его, нет у меня солнышко. И ничего не видно, когда солнышко. В камеру я не вижу. Вроде видно должно быть ослика моего. Он один тут остался. Где его лошадка? Мы не знаем, куда лошадку дели. Ведь все время вместе были. А сейчас уже где-то нету. Ну вот так вот. Ну ладно. Ослика еще поснимаю немножко. Хорошенький такой стоит тут, бедненький ослик. А? Ага. Non, mon amour. Les sabots. Comme il est dans le marais, c'est mou, regarde. Il n'y a rien qui use les sabots. Mm-hmm. C'est comme les ongles, mm-hmm. ils sont en train de pousser, regarde. Mm-hmm. À un moment, ça va être très très long. У него говорит, Рая, va falloir lui couper, hein? Да, не формирована. Копытце, говорит, деформировано у него. C'est mou, да. Donc ça use pas говорит, les sabots. Да, неудобно ему здесь стоять с годами. Может быть, говорит, и с лошадкой случилась та же история, что так как здесь слишком мокро, деформировались у него копытца. Вот. Может быть, говорит, лошадку тоже взяли, чтобы ему как бы копытца подковать. Может быть, не знаю. Ну ладно, вот тут же у меня тут охотник. Большой охотник. Ну пока. Спасибо за внимание. Будет что-то интересное еще сниму.